быстро. Должен выиграть время для Рика Блада, чтобы он успел захватить древнее сердце, прежде чем прибудет подкрепление из эльфийских деревень. Ричтер, друзья. И мы начинаем шестую миссию. Это часть номер 18, Эссекский лес. Здесь, в землях эльфов, будем сейчас проводить операцию под руководством Рихтера. Давайте начнем. Ликуху тоже с нами. Защищайте позиции. Давайте отстоим это место до возвращения императора. Ликуку, отцепите Амурак. Если его заклинания не сработают, на нас снова опустится туман. Вы говорите, что мы ведем диверсионное нападение на деревню впереди? Возможно, месть — это все, чего хотят темные эльфы. С другой стороны, а что? Это неплохая идея. Хорошо, вы поведете темных эльфов на деревне эльфов. Защитите Амурака и разрушить деревню эльфов. Амурак, Ликуку и Рихтер должны выжить. Вот наш Амурак Инелен первого уровня. Так, надо прорываться, друзья. Поэтому начнем. Я думаю, стоит призвать этих мышек сейчас для начала. Это очень-очень сильные помощники. Так. Together. Много рабочих дали. Давайте начнем вторжение, да. Bring it on. Смотрите, как мышки грызут башню. Просто быстро. Просто круто. Здесь, похоже, сделали, что если мышки убивают противника, то опыт засчитывается. Это тогда мега упрощает все, потому что в первой версии, когда мышки убивали, опыт не засчитывался. И прокачивать Рихтера было сложнее, чем других каких-то героев, потому что у него все мышки. Всех убивали мышки его летучие. Вот, друзья. И я потом специально достроил кучу ферм, ну как обычно, чтобы его докачать. Давайте действовать. Пожалуйста. Слаженно, Ликуку сейчас ляжет. Поэтому слаженно, слаженно. Есть еще плюс один отвоеванный рудник. Это хорошо. Тут всего 61 тысяча. Уж, наверное, можно сразу идти здесь еще базу ставить. А там у нас будет чисто... Там у нас будет чисто место для добычи. Или здесь еще, по-моему, да, проход. Мы проверим. Нет, к счастью, нет. Принятон. Говорит, что смерть — это не конец. Давайте, наверное, выбивайте тоже. Так, лозов есть? Жажда. Так почему бы тогда перед врывом. Так, пока что так. Как мы тут сражаемся. О, Лориана уже восьмая. Найти бы камушек для лечения. Сейчас было бы супер.
О, камушек нашли. Это я понимаю. Ликуку. Сюда. Сейчас позлатаемся в этот момент, пока позанимаемся базой. Так. Так, тут в процессе ритуала. Строятся. Все отлично, все быстро было восстановлено. Вниз можно и сюда, можно. Давайте сюда начнем. Стрелки, да, вот эти надо их. Not enough mana. Our forces убили. Вот. Смотрите, да, что произошло сейчас, друзья. То, о чем я говорил. Внезапно тут появились и всех повыносили. Но я оставлю, наверное, эту попытку. Впервые, да. Фейла, чтобы показать, как круты, конечно, эти. Child of Forest. You failed to achieve victory. Да-да, именно так. Так. Defense positions. Let's secure this place until the Emperor returns. Да, это круто. Лориану вообще с одного залпа вынесли. Как я понял, потому что я только убрал обзор за ней, и потом уже показывается, как она умирает. Хорошо, тогда туда пока соваться не будем. What do you say we lead a diversionary attack on a village ahead? Perhaps revenge is on the top. Besides, guess it's not a bad idea. Very well. Хорошо, что еще Child и Фореста отвлекаются на его тоже этих летучих мышей. Это очень классно, что он проходит именно по ним, а не по героям или юнитам. We can't build there. Стоять 4000 отбой. Мне нужно 4000 здесь строить базу. Так, по жизни на этот раз все гораздо лучше. Build there.
under attack. Еще. И да, все хорошо, когда вот так в начале миссии Child of Forest вам вынесли героя, а вот когда там на следующих пару часов поиграл и потом вот так вот раз и нет героя. Not enough gold. Вот это лихо, как это? Нет, голда. Голд есть. Так, а сколько у нас тут? Тоже мало. Железо тоже там 5004 копейки, какие-то крохи жалкие. Надо искать еще где-то руки. Тогда, наверное, там не буду делать крестьян на руки, потому что они уже тут скоро закончат. Смогут перейти туда. Давай-ка ты, дружочек, придешь сюда. Возводить казармы. Ух ты! Где-то... А, вот они. Смотри, сколько. То есть, не пухай, не умри здесь. Как вы мне дороги, конечно. Но здесь хотя бы нормальное количество железа. Следовательно, там тоже надо базу строить. Так, ну здесь тупик, здесь прям просто какие-то два обелиска, надо среди них что-то построить красиво так. Первых орков я не хочу делать. Я забыл, потому что мана не восполняется с этой активной способностью. Ой.
летят на мурашах птички. Нужно всякий случай там пойти башни строить. Реально просится, ладно, башню еще пока не умеешь строить, сейчас вот возведем то, что нужно. Мана! Мана здесь. Пойдем построим на всякий случай. Башня, а то еще кто-нибудь куда-нибудь залетит, кому-то надо вообще. Эльфа, кстати, улучшила, не надо мешать. А вот либо не можем, либо лучше, вот похоже, что лучше, потому что ходят быстро. Интересно построить так, чтобы мешать им ходить, да? Снизу вверх лучше строится, чем сверху вниз или на. Я все время забываю. А сверху вниз лучше строится. Обратите внимание, модернизируем защиту. Сейчас у нас защита 1. Посмотрим, как улучшится. Все, эти уже тут отправились сюда, давайте. Ольковские башни вообще по устройству, по виду, ступеньки такие еще улучшать их можно. У людей все классически и просто, а здесь пацаны соорудили. Череп еще повесили. Так, ну вот защита 2 уже. Еще улучшаем защиту. Жажда крови у нас уже есть, так что это строили лишь для того, чтобы можно было делать огров. Интересно, что скажут, если я Мурака убить? Давайте посмотрим, интересно. О, мы можем строить болотных мамонтов. Но это против башен хорошо. Хотя Child и Forest напихают им быстро. Так, кемпинг. Военный кемпинг у нас здесь. Bring it on. Take no prisoners. Давайте посмотрим. Destroy them.
Мурак мертв. Mission failed. You failed to achieve victory. Да, ну вообще так, если я все правильно понимаю, никто к нему не приходит. О, смотрите, после загрузки ломается скрипт у этих, они перестают ходить. Ну, значит, Лориана на них и повысится. Вполне возможно, что после загрузки и у нашего противника ломается все. И он останавливается и тупит, потому что в первоначальной версии запись не предусмотрена была. Именно поэтому я их и не юзаю, и не буду юзать. Давай пооткрываем карту по бронетонту немножко. Так, теперь... Да, голд, кстати, все сейчас тоже уже. Перемещаемся. Нормально, даже если прилетят сюда, то он будет защищен. Not enough gold. Нам всем сюда не надо. Quickly destroy them! Take no prisoners! Take no prisoners! Destroy them! Take no prisoners! А пока делаем армию, исследуем. Конечно, я сделаю парочку этих мамонтов. Они дорогучие, медленные. И дитя леса их наказывает беспощадно. Так что разрывает их гнилой живот, и оттуда зеленая омерзительная тухлая субстанция вырывается наружу. Вы посмотрите, какой необычный юнит. Такой вот крупный. Может делать... Он, видите, как здание производит такие яйца. Хранит их у себя в животе. И при атаке потом начинает, извините за выражение, высирать. И ими наносить урон. Ну, сейчас продемонстрируем. Ими очень хорошо выносить башню. Так, как башни не достают, обзор, кстати, тоже прекрасный. Ну и вот смотрите, я показываю атаковать. Вот он начинает. Вот так надо всегда нажимать, чтобы опять делать эти споры. Поэтому, например, сразу двум. Это еще можно делать, а вот если у вас их, например, много, я не знаю, тут предусмотрели так, что... Видите, как впирает. Так что, например, вы кликаете, и все обведенные производят этих или нет. И сейчас произойдет то, о чем я говорил. Смотрите, вырывается у него из желудка, зеленая гадость. Так что, если бы не Чайлдед, все было бы замечательно. Ну ничего, сейчас я пойду Рихтером. Немножко их там потесну. Мышки, потому что очень рулят.
Quickly. Don't worry. Don't worry. Да я и не волнуюсь. Don't worry. Don't worry. Take no prisoner. Don't worry. Take no prisoners. Destroy them. Destroy them. Все. Иди к своим товарищам. Кстати, возможно, на этой миссии нам придется докачивать героев на своих зданиях. Ну, посмотрим. Don't worry. Destroy them. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Destroy them. We can't build them. Так, ну, аккуратно, аккуратно прогуляемся. Чисто чайлдов повыносить. Хотя тут же появится, очень много появится. Вот, save the forest, они говорят, и все появляются сейчас. Уходим. Смотрите, что делается. Хорошо, тут наши орудия. Уходим, уходим. Save the forest, это страшно. Уходим. Батрака убили. Да, вот они тут внезапно, видите, так появляются. We are under attack. Что поделать? Our forces under attack. Under attack. It will be done. Take no prisoners. Destroy them. Don't worry. Our forces under attack. Башки настраивать там, прям где они появляются. Интересно, башни лопнули, тогда бы... It will be done. Don't worry. Take no prisoners. Don't worry. Take no prisoners. Destroy them. Так, так. И потом сюда пойдете за золотом. It will be done. Bring on. Take no prisoners. Take no prisoners. Красивое какое-то место тут. Take no prisoners. Take no prisoners. It will be done. Not enough money. It will be done. Take no prisoners. Don't. Сделаю огров, раш ими проведем. И куку вообще шестой еще. Да, готовимся строить ферму. Может получится сейчас на одной ферме это провернуть. Ну давай, ремонтируй, да. Поможешь нам в этом. Это на одной получается, это просто шикарный лайфхак. Экономный очень, по деньгам и по времени. It will be done. Destroy them. Destroy them. Save the forest. Take no prisoners. Destroy them. Take no prisoners. Так, давай.
атаку еще повысим. Да, защита, кстати, стала 3. Когда мы тут увеличили. Точнее, улучшили. Сейчас еще атаку повысим. Огром 27. Сейчас мы шипастые дубины им выдадим. Лекука, начнем с тебя. Получилось. Чё ты пляшешь? Нечему радоваться, не получилось ничего. Можно уже рашить, но я дождусь улучшения. И опыт Лекуху пошел. Да, это шикарный лайфхак, просто шикарный. Представляете, сколько фермы сэкономили? Вот ферма. Еще одна. Еще одна. То есть каждый удар — это разрушенное здание считается. И одна ферма — это 600 голды. Ну, короче, сэкономили очень хорошо. Качаем Лекуху. Что, без этого тут даже... Не, ну золота, наверное, хватило бы все-таки. Тут еще есть 85к. Давай, бери уже седьмой. Так, есть седьмой Лекуху. А вот то, что у него есть мышки, это плохо. Надо пойти, чтобы их убили, иначе он не сможет лайфхачить. Мышки все грызут. Да это не, это не андер атака, это все, все идет по плану. Так, убейте меня. Мышей. Все отлично. Уходим. Подвинешь тут Лекуху. Он уже восьмой у нас. Вот такой абьюз. Ну сколько вот он тут, наверное, ферм 40 должен был разрушить, да? Я так понимаю, тут 10 максимальный. Или 9. Тоже сейчас узнаем. Да, наверное, 10. Стопудово пришлось построить фермы, чтобы... добить до максимума, перевести, да. Даже в голд версии. Сейчас забронетоним. Может быть, с 10-м уже защита качнется. Not enough food. More shelter. Not enough food. И посмотрим, будет ли оружие выше 100. Оружие 96. Еще качается. Вот это прикол. И защита 1. Да, тогда тут не 40, тут все 80 ферм нужно было разломать. Это, во-первых, еще, да, представьте, сколько по времени бы заняло. Если бы каждую ферму строили, ломали. В этих всех подключили, пацанов. После того, как они сюда перетаскают. Но реально могло даже голды не хватить. Поскольку у нас не только Лекуху, у нас еще Рихтер, ему столько же, Лориане поменьше.
еще качается. То есть с шестого, или там с какого, с седьмого, с шестого, да, он качается? Это 6 уровней. Но это, наверное, максимальный вообще разрыв за миссию. Если не считать такие миссии, когда у нас у лунного света и у Кейтера забирают все левелы, и они с первого до 20 растут. Но там RPG миссия, там другое. Оружие 100, кстати. На 11 уровне у Ликуку. Все, 12 максимальный. Все, Рихтер подменил. Качается. Ну а мы давайте прорашим. Уже улучшились. Уже оружие 29, а не 27. Крови жаждете? Не стопоримся. Child и Forrester раздирают, поэтому прорываемся в тыл. Ох, как сняла, просто ушел она ему в шею. Да-да, все это видели. Просто сняла, сколько ж тут орудий. Элона, Протект, Фограф. Смотрите, полную пачку Фограф, в принципе, снесли. Даже особо... Our forces under attack. А, я уж думал, сюда ворвались. Our forces under attack. Башни, нет, у меня башня осталась, вот на ней и умрем. Нет, две остались. Понял. Лориана добьет. Лориане сложнее так вот. Качаться? Ты пока расти. Take no prisoners. Don't worry. Take no prisoners. We are under attack. Destroy them. Don't. Ей намного проще, у нее 12 тысяч и уже 9. Здесь 90 тысяч и 10, так что мы ее подтянем быстренько. Так. Forces under attack. Bring it on. Destroy them! More victims to slay! Круто, что по ней башня не достает. Вот я не помню в первой версии. С такой дистанции она била или нет, чтобы башня не доставала. Don't worry. Our forces under attack. Don't worry. Опасно, сейчас ей могут впилить. И все. Вот там есть. И таких много. Так, есть 10-й. 500 золота этого. 500 железа и 1000 золота в руднике. Ой, уходи. База дороже стоит. База стоит 4000, вроде 5000. Это такой какой-то издевательский. Все, тоже уже 12-го. Просто звери. Быстрее возвращайся. Мы здесь встали. Там еще рудник на 1000 нас ждет.
Тут надо обязательно базу построить, осквернить это место священное. Пойдем. Полечилось. Далее идем его качать. Защита 5. Осталось 10 уровнем, было 4 до этого. Он уже стоит. 11. Ай, как больно. Маны 800 тут. Так, вы расколбасили, да, я смотрю? Сюда теперь. Quickly. Take no prisoners. Take no prisoners. Ну что, берите себе 12-й и я пущу его в рабдело. О, смотрите, как она прям как будто должна была здесь появиться. Может, какого-то секретного героя откроют это. За это, ну, конечно, нет, но было бы неплохо. О, вот и 12-й. Защита 6. Идем подлечимся. Конечно, они расторопны, они часто парятся, чтобы все, пока все обступят, видите, чтобы урон наносить, сколько времени проходит. Ну, Паша, тогда неплохо. Самая лучшая база вообще из всех, что есть. Возможно, даже во всей этой компании. It will be done. Так, Мариана вылечилась. Давай к своим дядькам. Эффективно ходить гуськом, вот так вот идти по одному, например, на пушках где-то умирать всем, вместо того, чтобы толпой наброситься и снести. Так, у вас тут вкусная деревня, друзья. Добро, давайте. Она ждет. Not enough food. Build not enough shelter. Build more shelter. Не
никто в эльфийской деревне не думал, что из эльфийского леса выйдет вот такая кодла с волоты огровской, вонючей, дикой. Прокачки даже одной фермы не хватает, то есть одно здание нам дает 500 опыта. Но вот, например, да, но этот не апает уровень огру, вот один апнулся. То есть 1500 надо, чтобы левел повысить, это много. Ого, что там происходит? На Амурака сейчас пойдут. Вы чё? Вот и мы в храме Илоны. Я надеюсь, мы не опоздали. О, друзья. Рик. Ты опоздал, старик. Я закончил то, что начал 100 лет назад. Ты не можешь это сделать, Рик. Я не позволю. Извините, но у меня нет времени на разговоры с вами. Я пойду после них. Слишком поздно. Давайте сначала вернемся в Азилу. Mission complete. Да, вот так вот завершаем эту миссию. Там была еще одна дорожка, и очень интересно посмотреть, друзья, что же там. Мы можем это, в принципе, сделать сейчас. Давайте быстро сделаем. Вот тут у нас есть запись. Просто прорвемся. Вот возьмем тебя, например. Чисто глянуть. Save the forest. Save the forest. Не надо. Save of forest. Давай, Риктор, тебе должно хватить прочности. Давай, 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 давай. Мышек убили, вот сейчас будет больно. О, как они хотят меня уничтожить. Ну что же здесь? Да-да-да, ты дойдешь. One moment. Ты здесь что-то найдешь. One moment. Смотрите, здесь на гору подняться можно. Ну, и, собственно, это все. Нет. Никаких зданий нет. Так что вот так, друзья. 7-я миссия. Зимняя. Я хорошо ее помню, потому что хорошо да не проигрывал, когда первые разы проходил. Вот. Но мы обязательно победим в этом прохождении. Поэтому жду вас на 7-й миссии за орков и на 19-й части в нашем общем прохождении. Ну, а Риктор падает замертво. I don't